Электроглайд 7-й год. Такое вот состояние здесь. С правой стороны здесь копр все целенький, дуги. Сзади крыло, поворотники. Трубы все на месте. Трубы с кривен игл. Трубы не покорябанные, целые. Здесь вот вмятинка небольшая. Боковой пластик все на месте. По двигателю здесь замечаний таких я не вижу. Хром состояние хорошее. Потеков масляных нету. Платформа нету резинки. Здесь чуть-чуть подогнута она, сама платформа. Тормозная лапка на месте, дуга. Бак с правой стороны целый. Сиденье здесь целое. Пассажирское. Здесь вот есть куточки небольшие. Руль. Левая сторона подогнута. Сцепление обломано. Зеркало. Полотно разбитое. Правое тоже. Тормоз на месте. Здесь попереду. Внутренняя часть бэтвинга вся разбитая. Датчики. Спидометр. На месте тахометра нету. Кусков нету. Звилка визуально целая. Замена сальников. Здесь крыло есть потертости. Так более-менее целое. Но тормозной диск состояние хорошее. Резина нормальная здесь. Поворотники на месте, туманка правая целая, левая. Корпус стекло разбито само. С левой стороны на баке вверху вмятина, здесь боку маленькие вмятины по двигателю. Здесь замечаний таких я не вижу, все на месте. Кнопка переключения, тяга, здесь сигнал, дальние провода, все на местах. Разбит левый кофр. Крышка, лопнутый сам кофр, внутренняя. Труба целая.